песни для всех поет заслуженный артист России Евгений Яков. Я выступаю в роли поздравляющего, что делаю с огромным желанием, с большой любовью, и действительно хочу пожелать Алисе просто хорошего светлого настроения, тепла в душе, чтобы окружали вокруг правильные, нужные, хорошие, добрые, любящие люди. Ну и, конечно, вдохновение и возможности дарить свой талант. Никиты Михалкова и песня Юлия Кима «Губы окаянные».